Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас вечный обогреватель БТГ с возвратом тока обратной сети. Значит, два тена по 400 ватт и кнопка ручная. Мы включаем, а потом возвращаем ток обратно в сеть. То есть система, трубки нагреваются, и пока возвращается ток назад, тепло продолжает поступать в хату, потому что они по инерции продолжают греть хату. Значит, расход 0, нагрев трубок до 400 градусов Цельсия. То есть можно отопить помещение до 100 и выше кубов. Применяется, значит, обогреватель Hyundai корейский. Два тена коротких по 400 ватт. И кнопочный ручной прерыватель, разделитель тока. Проходит, ребята, проба. Тестируем на счетчике производства Германской Республики, то есть немецкий. Итак, начали. Включаем. Видите? Трубки прогрелись, мы отключили. А теперь, ребята, смотрим. Что у нас? Вы видите, ток ушел, ушла стрелка. Сейчас это все возвратится назад. Пока она возвращается назад, у нас комната прогревается по инерции. То есть мы взяли, прогрели, продолжается нагрев. Вот она. И сейчас мы увидим, как вернется сюда, и мы опять запустим. А сейчас трубки горячие, притронуться нельзя. То есть отдают тепло в хату. Смотрим. Красная стрелка, красная, ребята, полоска должна появиться здесь. То есть ток вернулся назад в электросеть. Счетчик открутил назад. Так мы взяли и возвращаем. То есть это бесплатное отопление с возвратом тока назад в электросети. Смотрим дальше. Сейчас появится. Наберитесь терпения. Сейчас мы увидим. Как видите, счетчик производства Германии. Германия. Эльмет. То есть счетчик отличный. Как видите, уже появилась красненькая. То есть ток уже вернулся. Еще немного подождем, пусть вернется больше. Это система, ребята, бесплатного отопления на ручной кнопке. Можно это автоматизировать, просчитав время и поставив на реле. Также будет работать. Но я специально вам показываю в ручном варианте, чтобы было интересней. Вот видите, ток вернулся назад. Красная линия вернулась. А сейчас мы снова нажимаем. И снова, ребята, ждем, пока вернется. То есть мы видим бесплатное отопление с возвратом тока назад. При этом трубки горячие. Пока ток возвращается, трубки за несколько секунд нагрелись. И сейчас они горячие, отдают в хату тепло. А ток возвращается назад в электросети. То есть все сказки рептилоидов, что КПД не может быть больше 100, закон сохранения, это очередные, ребят, сказки. Так как бесплатное электричество рептилоидам невыгодно. На нем не построишь монополию и не будешь грабить народ. Когда нет дефицита, когда все возвращается, нет проблем. Сейчас мы дождемся возврата этого, ребят.
дождемся возврата и потом посмотрим схему этого замечательного изделия. То есть я специально два раза даю возврат, чтобы не думали, что это случайность. Раз-два раза одно и то же повторяется, то случайности тут нет. Это закономерность. Мерится по закону природы. Итак, у нас осталось недолго. Сейчас вы увидите, как красная полоска появится здесь. Где мой палец показывает? Или вот указка. Вот здесь появится. Здесь. Кто торопится, можете перемотать, ребята, до появления. Я пока снимаю в прошлом, а вы уже будете в будущем. Перемотав немного. Так, как видите, уже появляется красная полоса. Сейчас вы увидите отчетливо. Вот она. То есть ток вернулся, ребята, назад в электросети. Все, что взяли, все вернули назад. И еще взяли бесплатный нагрев. А сейчас, как видите, вот красная линия. Ток вернулся. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему, как сделать это устройство. Схема устройства. Вот она. 2 тена 400 ватт соединенных параллельно. Выхлоп 400 градусов. Включаем, нажимаем, несколько секунд, подается питание сюда 800. В ответ, ребята, отсюда пошло. Потом мы отключаем. Ток отсюда возвращается назад в электросети. А здесь продолжается нагрев помещения до 400 градусов. То есть схема простая. Два тена соединенных параллельно дальше. На фазе реле. Не реле, а кнопка даже. Вы можете вместо кнопки поставить реле, обозначив время, то есть изучив время, которое вам... Почему я не стал ставить реле? Потому что каждому надо свое время, свой нагрев. Изучив время, которое вам понадобится, вы можете поставить. Благодаря этой системе вы сможете бесплатно отопить помещение до 100 кубов. Если методом масштабирования вы можете сделать больше, тут 800 сделайте 8 киловатт. Кнопку помощнее поставьте. И все. Можно на любой объем методом масштабирования. Благодарю вас за внимание и пожелаю всем железного богатырского здоровья и успехов в труде и обороне.